Партнерство между Россией и Узбекистаном в сфере финансов выходит на новый стратегический уровень. В Уфе обмениваются опытом и лучшими практиками казначей двух стран. Сегодня в столице республики состоялось заседание с участием представителей федерального казначейства, правительства Башкортостана и финансовых органов Узбекистана. На встрече обсуждалась консультативная помощь российских специалистов узбекским коллегам в проведении масштабной реформы финансовой системы. Как сообщил начальник отдела внешних связей Управления федерального казначейства Максим Старовойт, такая поддержка для Узбекистана бесценна. Кроме того, сами делегаты заинтересованы в обмене опытом между странами и регионами России. По его словам, Башкортостан станет хорошей отправной точкой для дальнейшего взаимодействия на территории всей страны. У нас есть основные направления деятельности, в рамках которых мы взаимодействуем. Это, например, вопросы казначейского сопровождения и вопросы цифровизации государственного управления. Опять же, все то, что необходимо для их реализации государственных реформ. Как отметила исполняющая обязанности министра финансов Башкортостана Лира Иктисамова, сегодня в регионе работает полсотни предприятий, созданных при участии капитала из Узбекистана. Республики активно взаимодействуют в сфере торговли, строительства, ЖКХ, ресторанного бизнеса, производства продуктов питания, мебели, текстиля, бумажных изделий, а также промышленного оборудования, автомобильных запчастей и деревообработки.